На мордочку приятные, грозные внутри. Лучшие охранники, 4 щенка кавказской овчарки отправились из первоуральского питомника «Гуфсин» на службу в Пермский край. Щенки кавказской овчарки родились в первоуральском питомнике в начале года. Кинологи, как детей, выкармливали их с помощью бутылочки. Специально для каждого построили новые вольеры и будки. За 9 месяцев собаки прошли курс общей подготовки. Ромас, Римус, Рейдж и Руна уже могут выполнять простые команды и очень послушны. Воспитывать полноценных охранников из них будут на новом месте службы в Пермском крае. Всего с начала года из первоуральского питомника на службу в уральские учреждения системы исполнения наказаний отправились более 50 собак. Сегодня в Первоуральск привезут щенка бельгийской овчарки. Собак этой породы также будут разводить в нашем городе.